Профессиональный педагогический колледж имени Зайналбида Батырмурзаева был основан в 1931 году. Имеет свою многолетнюю интересную историю, культуру и традиции. В колледже студенты обучаются по 7 специальностям педагогической сферы. На сегодняшний день там обучаются свыше 1500 студентов на очной и заочной форме обучения. Как отмечает заместитель директора по учебной части Сабрина Айдиева, учебный процесс проходит для каждого курса по индивидуальному графику, с учетом прохождения учебно-производственной практики. Кроме того, Сабрина Курашевна подчеркнула, что главным образом, переступая порог учебного заведения, для каждого студента начинается долгий и трудоемкий процесс становления личности. В этот момент весомую роль играют преподаватели и во всем оказывают помощь, как наставники. Они проходят такой вот путь своего становления. Первокурсники – это еще совсем молодые люди, которым по 16 лет. Они находятся как бы в начале своего жизненного пути. И к ним у нас такое особое отношение в течение первого года обучения. Они у нас адаптируются еще, с ними работает психолог, и к ним такой у нас индивидуальный дифференцированный подход. Мы осуществляем контрольные работы, входного контроля, определяем их уровень и для себя какие-то перспективы работы с ними. И в конце учебного процесса, конечно, на четвертом курсе, как правило, это уже совсем другие люди. Это специалисты. И видно, что дети поработали над собой, и преподаватели вложили в них много труда, знаний своих, души. Помимо учебных будней, студенты колледжа стараются преуспеть во многих творческих и интеллектуальных направлениях. В стенах колледжа регулярно проходят разного рода мероприятия на всевозможную тематику. Активно функционирует молодежный центр, где главным образом ведется работа по вовлечению студентов к участию в общественной жизни колледжа. В колледже также очень развито волонтерское движение. Студенты прежде всего ставят перед собой цель стать полезными для общества. Как объясняет Аида Шихалиева, для каждого современного человека очень важно преуспеть не только в учебе, но и в саморазвитии. Волонтер – это прежде всего человек, который помогает по доброй воле. Наши студенты сами изъявляют желанием помогать детям. Это им нравится. Ну, что может быть лучше, чем помочь ребенку или же помочь какой-либо семье, провести для них мероприятие, подарить им улыбку. Каждый студент показывает то, что он умеет, занимается тем, чем он хочет, и получает от этого удовольствие. Мне бы хотелось пожелать всем студентам успеха, вдохновения, отличной учебы, ярких эмоций, ярких событий. Мне бы хотелось, чтобы эти студенческие годы запомнились для них на всю долгую жизнь. А еще бы мне хотелось пожелать всем студентам красных дипломов и перспективной работы. По мнению большинства студентов, выбор учебного заведения для будущего специалиста играет ключевую роль. По словам Замиры Дамиговой, выбор профессии педагог был случайным, но уже в процессе учебы стало понятно, что в нем она не ошиблась. Преподавание в начальных классах является особенно важным на сегодняшний день. Учитель начальных классов, он воспитывает в обучающихся желание развиваться, стремление к чему-то лучшему. Нравственное воспитание тоже формируется именно учителем начальных классов, то есть первоначальная ступень воспитания. Студенчество – это на самом деле, как мне кажется, это самое веселое и беззаботное время. Сама студенческая пора и годы учебы – самое приятное время увлекательной и интересной юности. Каждый из студентов приобретает не только все необходимые знания, но и раскрывается, приобретает друзей среди сокурсников и хороших наставников среди педагогов, чьи знания и опыт не раз помогут в жизни. Бика Сулейманова, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».